Богата уникальными заповедными уголками наша страна. Это в полной мере относится и к Карачаево-Черкесии, которая, несомненно, является самой яркой жемчужиной в ожерелье республик Северного Кавказа. Темнохвойные леса и изумрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники издавна привлекали сюда тысячи туристов со всего света. Не иссякает поток отдыхающих и сегодня. К их услугам новые комфортабельные гостиницы, современные федеральные трассы, новые канатные дороги и горы мусора, которые украшают наши чудесные пейзажи. Стоит лишь немного отъехать в сторону от дороги. К сожалению, такую печальную картину в нашей республике можно наблюдать повсеместно. Почему так происходит и кто виноват, мы и попытаемся сегодня разобраться. Начнем с города Черкесска, в силу его статуса столицы республики. Итак, трасса Ставрополь-Черкесск, въезд в город с улицы Демиденко. Что мы видим? Довольно печальное зрелище, не правда ли? А ведь это лицо города. Не успев отъехать с десяток метров, увидели точно такую же картину. Так откуда же берутся эти груды мусора, и кто должен за это отвечать? За ответами на эти вопросы мы поехали в спецавтохозяйство Черкесска, которое как раз и занимается уборкой в городе. Сложившуюся ситуацию с грудами мусора в черте города директор предприятия Кимал Каркмазов объясняет целым рядом факторов. Во-первых, существует рассчитанная на год норма накопления бытовых отходов на одного человека, на одно место в гостинице, на квадратный метр торговой площади магазина и так далее. В Черкесске этот показатель для граждан, живущих в частных домах, составляет чуть больше 3 кубических метров. Для жителей многоэтажек – 2,4 куба. На самом деле, говорит Кемал Джагафарович, эта цифра уже давно не соответствует действительности. Морфология мусора настолько изменилась, что мы сейчас приходим с пакетом, мы выбрасываем еще больше пакетов. Таким образом, если несколько лет назад для жителей многоэтажки, к примеру, хватало 2 контейнеров, то сейчас нужно уже 3, а то и 4. Именно поэтому несколько лет назад на улицах города появились современные вместительные мусорные бункеры. Изменилась ли после этого ситуация на улицах города? Давайте посмотрим. Для примера поедем на улицу Зои Космодемьянской. То, что мы увидели, начальника отдела эксплуатации Ольгу Поваляеву вывело из себя. На той неделе взяли, значит, складировали такие столбы бетонные столбы складировали вот на этой точке. Мы не могли вытащить. Мы один трактор, мы второй трактор, мы еле-еле это все выгрузили. У нас ведь машины такие, что есть, что он не может это же загружать. Машины-то ломаются. И вот, смотрите, буквально вчера мы все убрали. Все было чистенько. Посмотрите, что сегодня творится. Возмущение Ольги Ивановны легко понять. Мало того, что улицы города снабжены необходимыми контейнерами, для удобства жителей действует так называемый поведерный вывоз мусора. И это действительно очень удобно, знаю по собственному опыту. К нам на переулок Севастопольский 2 раза в неделю приезжает мусоровоз, и работники САХа забирают приготовленные пакеты, за что им низкий поклон и благодарность. Казалось бы, администрация Черкесска сделала все для того, чтобы улучшить санитарное состояние города. А вместо этого спецавтохозяйству приходится принимать крайние меры. Парадоксальная ситуация, не правда ли? Почему так происходит, нам пояснила жительница этой улицы Нина Алексеевна. Нина Алексеевна, а скажите, довольны вы тем, как работает САХ, вот спецавтохозяйство, мусор как вы? Ну, сначала было нормально, порядок. У нас люди негожие никуда. Вот бетоны, арматуру, все не везут. Нагрузят это вот. Они подъезжают, не могут поднять. А вот это надо запрещать. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Жалко только, что российским законодательством такое наказание не предусмотрено. То есть оно, конечно, существует, только, мягко говоря, не совсем эффективно. Но об этом тоже чуть погодя. Меня вот что удивляет. Я не первый год пишу о работе спецавтохозяйства, поэтому смело могу утверждать. Руководство САХа Черкесска делает все возможное и невозможное, чтобы на улицах нашего города было чисто и уютно, а тарифы на услуги были приемлемыми. Немногие и нас знают, что в Карачаево-Черкесии расценки на вывоз твердых бытовых отходов самые низкие во всем Северо-Кавказском округе – 20 рублей 50 копеек за килограмм. К примеру, в Кабардино-Балкарии эта сумма составляет уже 110 рублей, в Чеченской республике – 120, в Ставропольском крае – 122 рубля. В результате наше спецавтохозяйство, в отличие от своих соседей, несет убытки. Если тарифы, коммунальные тарифы, они, значит, индексируются раз в год,
то тарифы на мусор с 2004 года по 2012 вообще не рассматривались, не поднимались. Была одна цена. И тем не менее, несмотря на то, что только за первый квартал текущего года спецавтохозяйство понесло убытки в сумме 1 745 000 рублей, руководство муниципального предприятия по-прежнему заботится о чистоте наших улиц. Только за последние годы при помощи администрации Черкесска технический парк предприятия был обновлен на 50%. Было приобретено 6 бункеровозов, 86 бункеров и так далее. Так почему же часть этой техники простаивает, вместо того, чтобы работать и днем, и ночью? А вот почему. Мы, жители города, собственными руками делаем все возможное и невозможное, чтобы эта техника простаивала. Не верите? Давайте разбираться. Что мы несем к мусорным бакам, которые предназначены для бытовых отходов? Правильно, все что угодно. И старые вещи, и ненужный хлам, и строительный мусор, тем самым прямым образом нарушая закон. Буквально позавчера на улице Вокзальной вынесли полностью весь дом. Вот они хатку разбили и вынесли ее, сложили прямо на контейнерную площадку. Кирпичи, строительный мусор, дрова, трава, извините меня, деревья, кустарники. Все мы несем. Слушайте, что мы делаем? Вы обязаны это убирать? Нет, мы не обязаны это убирать. Кто обязан это убирать? Это обязан убирать сам человек, который он должен заказать машину. Заказать у нас, не у нас, так в другом месте нанять машину, вывезти на полигон, купить талончик и вывезти это все. На самом деле, жители Черкесска очень редко задумываются, какие неудобства причиняют окружающим. К сожалению, так происходит сплошь и рядом. К тому же, постоянно приходится ремонтировать и технику, и контейнеры, что тоже составляет немалую графу расходов и мешает нормальному ритму работы. Поэтому, пользуясь случаем, инженер по ремонту Юрий Пальков обратился к жителям Черкесска с такой просьбой. В связи с перегрузом контейнеров ломаются манипуляторы, рвутся шланги, строительный мусор застревает полностью в бункерах. Приходится технику пригонять сюда, выжигать эти доски, выжигать ветки. В результате вот этих всех поломок простаивает техника. Техника не выходит на линию. Мы не можем обеспечить город уборкой. Убедительная просьба. Строительный мусор, пожалуйста, не сыпьте в контейнера. К сожалению, согласно правилам, поступает лишь малая часть жителей Черкесска. Остальные действуют по своему усмотрению, предпочитая вывозить ненужный хлам, строительный мусор куда попало. Вот отсюда и берутся свалки, которые за считанные дни разрастаются, как снежный ком. Так было и на въезде в Черкесск со стороны пригорода, говорит главный инженер спецавтохозяйства Сергей Емельяненко. На этом участке, прилегающем к городу, мы с апреля месяца, апрель-май, вели работы по уборке территории. Нанимали технику, бульдозер, экскаватор. Самосвалы вывозили отсюда все, вычистили. Не прошло еще 2 месяца, уже начинается опять завоз мусора. Так почему же одни должны этот мусор выбрасывать, как попало и куда попало, а другие за ними убирать? Мы же не в детском саде, правда? Кстати, о детях. Во время съемок мы поинтересовались у маленького жителя улицы Зои Комсомольской Руслана Зяжи. Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы вот это безобразие? Убрать. А ты должен убрать? Кто нас орил? Вот только как найти того, кто это сделал? Сложная задача. Мы убедились в этом на личном опыте. Подъезжая к спецавтохозяйству, перед поворотом мы обнаружили небольшую пока что кучу мусора. Рядом с ней расположен ряд гаражей. Попробуем узнать у их хозяев, откуда тут появилась мусорная куча. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто выбрасывает мусор и куда лично выбрасывает? Не могу сказать. Просто люди должны свой мусор за собой убирать, а некоторые, да, бросают и не хотят убирать за собой. А лично вы как поступаете? Лично я в свой багажник мусор и в мусорный ящик. Тут народ хамы. Вот у меня тут была пристройка недостроенная вот здесь, да? Вот все, кто мимо идет, все бросают
пакеты, бумажки. То есть это прохожие? Да, это прохожие. А хозяева вот гаражей, которые здесь расположены, они как поступают? Ну, не знаю. Я вот, например, вот видите, у меня палю все. Что горело, горючее, я палю. Примерно такой же ответ мы услышали и в районе дачи РТИ. Скажите, пожалуйста, вот люди любят здесь отдыхать, а вокруг вот свалки, куча мусора, кто это приносит, не знаете? Кто организует? Ну, мы сколько раз говорим, что но им все равно. Им это кому? Кто тут отдыхает? Я знаю, кто этот мусор сюда кидает. Кто? На КамАЗ всегда ездит и выкидывает сюда. Специально приезжает? Да, я видел. Сколько когда раз? Когда он целый этот КамАЗ мусор, три КамАЗа, четыре сюда выкинули и ехали. Жарко, у вас тоже бутылочка, а бутылку потом куда денете? Да, мы отнесу. Точно? Да. Не оставляете никогда мусор? Нет, за собой мы всегда с братом убираем. Вот так и получается. Все мы за собой мусор убираем. Тем не менее, он откуда-то берется. Нет-нет, я ни в коем случае не хочу обидеть моих собеседников. Вполне возможно, что они именно так и поступают, как говорят. Я о другом. Откуда-то же берутся эти ужасные свалки, которые не только наносят урон репутации народов Карачаева-Черкесии в глазах отдыхающих, но и напрямую влияют на наше здоровье. Да-да, именно так. Гораздо большую угрозу представляют собой свалки с точки зрения, что продукты распада мусора попадают в воду, и эту воду мы с вами пьем. Дело в том, что современный мусор по своему составу, большим процентом его являются различные полимерные материалы. Молекула полимеров по своему составу, она очень сходна с многими органическими веществами, которые находятся в нормальном состоянии в нашем организме. Например, гормоны. И эти продукты распадов, они могут так или иначе попадать в наш организм, встраиваться в цепочки молекул каких-то веществ. То есть и происходит вот та самая мутация, которая затем приводит к различным тяжелым онкологическим заболеваниям. Так что же делать? Как объяснить людям, что любая бумажка, выброшенная из окна машины, любая бутылка, брошенная под кустом, рано или поздно приведут к тому, что мы, в конце концов, будем иметь в своих домах невкусную, абсолютно неполезную воду. И с ностальгией вспоминать о той изумительно вкусной, ломящей зубы воде, которую нашим внукам, скорее всего, уже не доведется попробовать. Думаете, я фантазирую? Ничуть не бывает. Почитайте, что уже много лет пытаются донести до нас лучшие умы человечества. Так что же делать? Изменить сознание людей. В первую очередь, мы знаем только свои права. Обязанности знать никто не хочет. Одним словом, все зависит от нас с вами. Будем ли мы жить в чистом, уютном городе, или болеть и пить невкусную воду? Выбирайте.